Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максим Мазы. И сегодня мы продолжаем смотреть на моды, которые на соседа, которые присылают подписчики, ну или просто гости канала. Короче, перед тем, как мы начнем его смотреть, небольшое такое предупреждение, так сказать. Моды я... Вы знаете такого ютубера Эндрю Сэм? У него подписчиков меньше, чем у меня, но просмотры гораздо больше. То есть это... можно сказать, конкурент мой, серьезный. Он там каждый день снимает моды, ему кучу модов присылают, и вот что я вам скажу. Мне... я буду снимать моды реже, чем он, все-таки у меня там другие игры еще есть. А в декабре я... с декабря по январь я буду проходить GTA 5 в снежном режиме. Перепроходить GTA 5 со снегом, так еще не делал никто. И хочу сделать это. В общем-то говоря, видос, другие игры тоже будут уходить, но GTA 5 будет чаще выходить. Как раз таки зима, почему бы не в снежном режиме не пройти. Если хотите, присылайте, но я просто не знаю, когда их буду проходить. Но буду. Этот мод называется, в общем, когда соседа XP. И музыка, кстати, из демо-версии, когда соседа хардкор, правда, ее что-то тут хуже. Громкость у нее ниже. Да. Кто у нас автор? Присылал этот мод Super Sonic. Не знаю, подписчик он или нет, но большое спасибо ему за это. Не знаю также, он ли это сделал или не он. Если это сделал он, огромный респект. За хотя бы за старание, если что. Я еще не видел этот мод, но сразу говорю. Если кто-то другой сделал, кто бы это ни был, тоже респект. В общем, здесь вот фон не изменился, к сожалению. Но тут фон вот этот вот с Windows XP, правда, однако вот, полянка такая же, только погодка здесь такая вот шторм. Куда музыка-то пропала? И, в общем... я люблю, конечно, Windows XP. Вот еще мне сказали, что не надо начинать с первого уровня, иначе игра крашится. И вот интересно, вот под первым уровнем он имеет в виду вот этот уровень или вот этот? Давайте вот этот выберем сразу. О, какие красивые надписи. О, господи, это что такое? Так, ну, судя по всему, эти уровни не поменялись. Так, давайте этот уровень запустим. Ну да, судя по всему, под этим они имеют, под первым уровнем они имеют в виду именно вот этот уровень. Ладно, сейчас мы вернемся в игру. Чик-чик. Так, мы продолжаем. Мы вернулись в игру. И, кстати, когда запускаешь игру, то появляется значок антивируса Доктор Веб, что ли. Господи, как там он называется? Честно говоря, забыл. Ладно, этот уровень не запускаем. Сразу переходим к этому. Но менюшка тут не изменилась. Просто фон вначале изменился. Какие картинки жуткие. Error, delete. Да, вот этот вот значок. Доктор Веб, по-моему, называется. Да, качество текстур. О, господи, ты боже мой. Да. Тут у нас что лежит? Вот это вот на Windows 10 больше похоже, чем на XP. Да, тихо, ты чё, блин? Пакости, судя по всему, те же самые, просто тут понапихали всякого. Ну да, тут и звуки из демо-версии хардкора взяли, конечно. Аптечку берем. Давайте-ка, знаете-ка, что звуки вот эти потише сделаем, а то они дикие. Какие-то вообще дикие, блин. В качестве просто вырезанного кадра, даже и окно наполовину разрезано. О, тут порисовать можно. Ой, что-то тут интересное есть.
Ну ладно, давайте пакости сделаем, хотя, конечно, мод конечно, говёный. Чисто тут понапихали всякого этого разного. Тихо, ты чё орёшь-то так? Здесь есть шкаф, правда, в него, судя по всему, спрятаться нельзя. Точнее, шкафа нет, но есть от него тень. Есть кусок процессора. i3 что ли был, я забыл. По нынешним меркам процессор слабенький, конечно. У меня i5 стоит. А вот это хихиканье, я, кстати, знаю, откуда взяли. Демо версия хардкора тоже было. Три богатыря на дальних берегах, где богатыри уснули в бочке из-за газа. Баба Яга посмеялась. Многие звуки из демо-версии хардкора понапихались всяких страшных этих. Господи, какие звуки мерзкие, это же ужас просто. Не знаю, как Windows XP связан со всеми вот этими вот. На вашем ПК возникла проблема, и его необходимо перезагрузить. Мы лишь собираем некоторые сведения об ошибке, а затем автоматически выполнена перезагрузка. Что-то не вместилось, походу, да? И тут что-то тоже написано, но непонятно что. Обучающие уровни, судя по всему, не изменились. Сюрприз ко дню рождения. Давайте посмотрим. Так, пишут. Посмотреть. Некогда. Так, та же самая картинка. Здесь не. Здесь. Ну да, уровень, конечно. Игра на любить. А, куда дверь-то пропала? Ну, хотя бы шкаф есть. Хотя он его загораживает. Синий экран смерти. Точнее, не... вот синий экран смерти. Тут ошибка. Да блин, ты че так орешь-то? Ну здесь пусто. Вот я своему подписчику Рустему, мы там переписываемся с ним. Вот он спрашивал, я ему сказал, сейчас буду записывать мод. И он спрашивал, хороший это будет мод или нет. Так вот, я прямо сейчас говорю, не хороший. Плохой мод. Тебе не понравится. Но все же, раз мне его прислали, то я, пожалуй, пройду его. Вот XP называется, но что-то нигде нету логотипа Windows. Свечи. Я люблю Windows XP, кстати. Мне очень нравится Windows XP, но почему? Как Windows XP, так сказать, имеет отношение вот с этими вот ужастиками, страхами и так далее? Что в моде нам пытаются показать?
А крики видели. Честно говоря, я даже вот не знаю, стоит ли проходить его. Я, ну, хотя бы на уровне хочется посмотреть. Давайте пройдем еще один уровень, чтобы хотя бы второй сезон можно было разблокировать. Дополнительные сведения. Ссылочка, 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 ссылочка. Так, опять нельзя туда попасть. О, в эту комнату попасть уже нельзя. Эррор опять тут. Повсюду помехи всякие. И так далее. В ту комнату попасть нельзя. Потому что, ну, понятно, дверей нет. Нигде. Так, ну пусть идет в ванну, там он задержится, а мы-то мы здесь побыстрее успеем сделать. В общем, пока возникла ошибка, и уровень не прогрузился в комнаты. Больше не будем этих звуков слышать от того, как мы пакости делаем. Так, ну, открылся второй сезон. Давайте просто, я не хочу больше уровней проходить.
Мод, конечно, на любителя. Мне не понравился. Фигня какая-то, если честно. Зачем я сказал респект в начале видео? Я просто хочу посмотреть, как уровни здесь. Ого, можно еще порисовать. Просто хочу посмотреть, что еще на уровнях тут понамудрили. В общем, понятно все. О, ну тут вообще просто картинка стоит, вот, вот это вот. Просто тут просто автор поставил эту картинку. И все, больше тут ничего нет. Посмотрим, что здесь. Изменился ли второй сезон вообще, или не изменился. Второй сезон вообще не изменился. Ну, посмотрим, ладно, на всякий случай еще посмотрим. А вдруг? Ну, я сомневаюсь. Ну, да. Да, очень здорово, что я сомневаюсь. Но на всякий случай проверим все. Да, я, наверное, даже не буду пикник смотреть. В общем, такой вот мод. Ссылочка на него будет в описании, но не думаю, что вам этот мод сильно понравится. Это я не берусь с целью мод как-то специально обгадить, но все-таки автор, который мне прислал этот мод, он просто хотел показать, что он напихал в игру, как он там Windows XP видит. Он показал тут, наверное, Windows XP таким, каким он его видит. Просто показал, что он напихал в игру и все такое. Ну и чтобы я это показал. Но мод все-таки, конечно, хорошим назвать нельзя. Ладно. Напоминаю, если вы тоже делаете свои моды, то обязательно присылайте в комментариях. Пишите мне там в личку ВКонтакте или в сообщество, в обсуждение скидывайте. То, и в общем, но не обещаю, что буду проходить их очень часто, но буду стараться. Ну а на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь с меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал, а также на группу ВКонтакте. Всем пока!